Прийти и высказать свое мнение пожелали прежде всего верующие, живущие не только на улице Обогатителей, но и во всем 10-м микрорайоне. Здесь много пожилых людей, и для них строительство храма – помощь и духовная, и физическая. У нас же есть жители с палочками, старушки. Они не могут съездить ни в Святский храм, ни дорогу перейти, ни поехать в Троицкий храм, потому что очень тяжело. И деток маленьких они приводили бы и причащали бы все время. Я очень рада, что в нашем микрорайоне будет строиться храм. В шаговой доступности. Ко мне часто приходят внуки. Мы пойдем, сходим в храм, побудем на службе. Свои аргументы были у железногорцев по соседству с домами, которых собираются возводить храм. Пожалуй, главное опасение, что во время служб будет собираться много машин. Жители успокаивают. По проекту запланировано обустройство парковки. Храм-часовню Святой Варвары органично впишут в ландшафт. А по архитектурному стилю он будет близок к храму на Поклонной высоте у села Молотычи. Проект полностью разработан специалистами МГОКа. Проектное решение в полном объеме будет завершено в первом квартале 2018 года. Конструкция храма, значит, подобрали материал согласно информации, которую нам предоставил кирпичный завод Железногорский. В общем, будет такой кирпич под старину. Святая Варвара – покровительница шахтеров и горных работ. И многие работники градообразующего предприятия давно выражали желание, чтобы в Железногорске, городе горняков, был построен такой храм. Предложение по возможной постройке храма-часовни исходит от коллектива Михайловского ГУКа. Как уже было сказано, храм планируется построить в честь святой великомученицы Варвары. Она покровитель горных работ, покровитель горной промышленности. Сделаны уже проектные проработки. И, собственно говоря, я хотел бы попросить участников публичных слушаний поддержать вот строительство вот этого храма. Средства на возведение храма-часовни направляет «Металлинвест», что уже является гарантией того, что работы не превратятся в долгострой. Часовня Святой Варвары, возведенная при поддержке компании, станет еще одним духовным центром Железногорска.